Вот, друзья, здрасте. Хотел вам показать цветочки. Видите, они сложились, потому что в тени. А вот рядом такие же точно, вот они же, рядом. Посмотрите, как они распустились, как они к солнышку все открылись. Вы представляете, что происходит? И вот еще раз ведем в сторону. И вот такие же точно, но сложились. Почему сложились? Потому что цветочек, друзья, тянется к солнышку. Вот так и человек. Смотрит телевидение какое-нибудь неправильное. И весь такой скукоженный. А придет к нам на канал. И прямо-таки, смотрите, весь раскрывается. И приятно на него посмотреть.